Привет, с вами Динса, и это шикарная игра, которая называется Metal Sonic Hyperdrive. Я даже не хочу называть ее хаком, потому что это самостоятельная игра. Да, на самом деле это хак на первого Соника, в котором мы, собственно, играем за метлу. Стоит ли говорить о том, что фанат метлы пищит от счастья? Но я уже в который раз переигрываю эту игру заново, потому что она сложная. Сначала кажется, что она легкая, но на самом деле это все обман. Она не легкая. Она ни хрена не легкая. Мне так хотелось наверх залезть. Прям очень хотелось, но я не могу. И в прошлый раз у меня не получилось. Да, я переигрываю, потому что у меня был гейм-овер, и теперь у меня снова 3 жизни. Кстати, почему 3? Должно было быть 4. Ну ладно. Блин. Нет колец. Тут можно умереть просто на каждом шагу. Количество подлян здесь просто невообразимое. Это сложная игра. А первые уровни в ней довольно легкие. Даже лайтовые. Ты такой расслабился, а потом... Ой, что-то больно стало. Осилить этот хак. Осилить эту игру. Это все для меня. Фух, ну это место мне знакомо, более-менее. Сейчас эта свинья мне такую свинью подложит. О, нет. Ты больше не появишься? Колечки. Так, дальше уже все. Незнакомое место. Ничего себе! Вот чем это было? Чем прижарило меня? Здесь может задавить колечками. Да, запросто. Ой! Ноль колец, как бы. Вот давилки на каждом шагу. Почему все так ненавидят металла? Вот здесь, в этой игре. Хотят его раздавить, расплющить, сдать на металлолом. Конец уровня? Серьезно? А что так быстро? Ну ладно. Это ни хрена не быстро. 2 минуты, это нормально. Ой. Что за одним планом уровня? О нет, он будет меня так сбивать. Он будет мне мешать. Жесть. Так, я впервые в этом уровне играю. Вот просто вот, если сейчас внизу окажется пропасть, я просто впаду в депрессию. Колечки с Гринхилла меня особо радуют здесь. Это ж надо же было придумать такая. Автор этого мода просто мой кумир, я не знаю. Он шикарен, он гений. И, наверное, он любит метлу так же, как я. Поэтому он понаставил столько колючек и препятствий, чтобы было очень-очень больно. Эта игра только для достойных, наверное, пройти ее. Надо же, о ком вообще речь? Я не специалист. И мне больно от этой игры. Ну, я не казуальщик, в принципе. Но, однако, я и не могу сказать, что я люблю прям очень сложные игры. Так, все спокойно. Я хочу этот щит. Так. Фон меня реально сбивает здесь. Стой. Аккуратней. Вот это было опасно. Это было близко. Эй, куда ты? Стой. Ноль колец. Долго мне жить еще с нулем колец? Вообще-то я думаю, что нет. Недолго. Да, есть колечечки. Поехали, значит, можно разогнаться, раз есть колечечки. Так, опять чуть пилой не распилила меня. Вот нужна скорость реакции. Подляна везде, подляна на каждом шагу. И фон еще сбивает меня. Ой. Куда мне? Погодите. Мне всегда нравились эти платформочки, вращающиеся. Это просто гениальное изобретение кого-то там. Доктора Эггмана или создателя этой игры, я даже не знаю. Вот... еще задавить может! Конец уровня, фуф, ничего себе. Зона показалась короткой, но при этом непростой.
Ну, вообще-то 2,5 минуты, это не так уж и мало для уровня. Для этой игры. Ну-ка, что происходит? Соник! Это не Соник, это Соник с кнопкой с красной на голове. Это что за дичь? Это было неожиданно. О нет, это типа подводный уровень сейчас. Или... Ну, зона очень похожа на подводную. Нет, опять она. Опять эти падающие камни с потолка. Опять эти платформы, которые приближаются к потолку. И раздавливают тебя. Нет, окей. Все, спокойствие. Только спокойствие, пика точёная. Пья. Как выбраться? Ноль колец и щит. Щит! Ага. Мне бы щит с притяжкой колец. И здесь он, кстати, под водой не исчезает, насколько я знаю. Насколько я могу заметить. Это не тот щит. У меня обычный. Закрыли мне дверь. Бубынь. Бубынь, вот могу его придавить. Так, успокойся. Иди спокойно. Метляк. Так, кнопка, значит, что-то открылось. Вот почему ты не можешь перешагнуть через колючки. Вот просто. Просто. Так, там стена. А вот кажется, будто бы там не стена, нифига. А пройти можно. Я не знаю, тонет ли он в воде, но я постоянно вижу пузыри. В другом хаке этого же автора метла не тонет под водой. Он бы это метла. Зачем ему тонуть под водой? Ему не надо дышать. А это что за подлое место? Где домик? Нет домика. Давай сначала. Ну, гос сначала. Окей. Я чувствую, мне придется переигрывать еще и эту зону. Каждую зону мне приходится переигрывать. Каждую! Вот реально каждую. Кроме самой первой, наверное. Потому что у меня постоянно гейм-овер. Это стоило того. Кольца новые соберутся. Вот щит, это большая редкость. Можно спокойствие? Пожалуйста. Не убивайте. Ага, я снова терящий на том же самом месте, что и в прошлый раз. И снова эти камни. Я не запоминаю дорогу вообще, когда проходишь уровень, нифига его не запоминаешь. Нужно много раз его пройти, чтобы запомнить. Много раз вдохнуть на одном и том же месте, почему бы и нет. Вот сейчас я там еще могу на колючки напороться опять. Покатились. Ай, задавит нафиг. Стой. Я прекрасно помню об этих камнях, но все равно замедляюсь там, где они должны упасть, потому что мне вот безумно просто хочется, чтобы меня задавило нафиг. Ну, что так далеко? Я не могу по-другому, ну все. Страшно. Все, домик есть, можно умирать спокойно. Только жизни вот у меня. Ого, внезапность. Жизни мало. Он так медленно прыгает под водой. Эй, ты подделка, зачем ты там летаешь вообще? Вот. Меня пугает эта подделка. Окей. Быстрей. Быстрее воздух глотаем. Просто вот везде вот колючки. Это можно разбить? Нет, нельзя. Значит, мне сюда. А вот и не укусишь, а вот и не укусишь. У меня уже скиллуха появляется, наверное. Не хочу зарекаться. Фу, в поверхности.
А вообще-то здесь еще по уровню где-то изумруды хаоса спрятаны. Вообще без понятия, где их искать, но мне на них все равно. У меня, по-моему, 2 камня. Было всегда. Ага. Один еще где-то в первых уровнях. Совершенно случайно. Вот снова к потолку должна придавить. Как такое возможно? Блин, вот просто даже догадываться не надо, что она вот укусит. Просто у меня не хватает скорости прыжка. Подделки, красивые серебристые подделки. Настоящий Metal Sonic, синий, отвалите. Так, вот красиво, вот жестоко, просто платформа и шипы эти. Хоть одно колечко упадет на меня. Ясно, кнопку вижу. Вот, просто вот надо догадаться, что нужно уйти с платформы вовремя. А где домик? У меня последняя жизнь. Не-н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 е, я не пройду это все. Это слишком дико для меня. Я буду перепроходить это миллион раз. Просто из-за годности этого хака мне не хочется его бросать. Но... автор хака. Ты просто демон. Красиво застрял. Просто, я не знаю, жарко. Дайте передохнуть маленько. Стой, не торопись. 0 колец. Кольцо. Ну вот. Не допрыгнет. Допрыгнул. Вот если не подстрелит, ну все. Геймер. Мне не удалось осилить эту зону. Ну блин. Мне опять перепроходить черти сколько заново.